Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8 бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 220 тысяч километров. Заменю на нем стойки переднего стабилизатора. Сейчас покажу, как они стучат. Здесь, в принципе, даже и перекаты не нужны. Но определяется это покачиванием автомобиля из стороны в сторону. Просто берем, упираемся и раскачиваем его. Сейчас он на подъемнике не стоит. Вот такой вот стук. Сейчас подниму и покажу. Поднял автомобиль, снял колеса. И вот так вот ведет себя стабилизатор. Весь вот этот стук именно отсюда, с одной стороны и с другой стороны. Я вот не помню, меняли мы на этом автомобиле, не меняли стойки. Втулки-то живые. Ладно, откручиваю. Чищу маленько здесь. Брызгаю ВД-шкой. Здесь ключик на 14. Видно, как гуляет. Шестигранник внутри М5. Сначала сорву, а потом трещоточный переставлю. Вот и все. Ну, а верхнюю гайку я пистолетом откручу. Гайка также на 14. Вот и все.
Главное, верхний палец еще живой, а нижний и с одной, и со второй стороны. Но снизу больше грязи, она быстрее приходит в негодность, нижняя часть. Беру новую стойку стабилизатора. Стойку стабилизатора заказали фирмы Limfjordr. 349-1101. Что левая, что правая сторона одинаковая. Очень похожи на CTR. Но обозначения, как на CTR, нету. Новенькие есть новенькие. Так, также идут в комплекте две гайки. Резьбу помажу. Втулки стабилизатора живые, стабилизатор держится. Сначала наживляю нижнюю. Здесь шестигранник уже не вставляется, здесь ключик, а ключик у нас здесь на 15, наверное. Так, точно на 15. Все, ну а верхнюю я также пистолетом затяну. Килограмм меньше поставлю. Вот и все. Никаких стуков нет. Меняю со второй стороны. Со второй стороны я тоже стойку заменил. Также никаких стуков. Сейчас ставлю колесо, опускаю автомобиль и покачаю его так же, как перед началом. Покажу, что стука этого не будет. Что именно стойки на таких перекатах на гравийке стучат. Поставил колеса, опустил автомобиль, вот раскачиваю. Все, стука нет. Вот так вот проявляется стук стабилизатора. На этом все. Замену стоек переднего стабилизатора я закончил. Всего вам доброго.